Всем привет! Сегодня вышел очередной номер журнала «Свинка Пеппа». И мы сейчас будем делать для него обзор. Открываем. Вот он. Смотрите. Здесь что-то интересное есть. Подарок. Да, привет, да. Тогда я покажу. Смотрите, друзья, в этом журнале, в этом наборе барбекю. Видите, тут вот кукуруза, шашлык, соус, лопатка и самое главное барбекюшница. Держи. А вот журнальчик. Так, набор для барбекю от Пеппы. Пеппа. Естественно, тут все как бы. Сейчас сделаем на него обзор. Помочь? Посмотрим поближе, что там у Полины происходит. Полинка пытается открыть набор. Барбекю. Да, барбекю. Ну показывай, что там у тебя. Вот такой вот попкорн, кукуруза, лопатка, вот такая барбекюшница, что там, шашлычок вот такой, и соус, Ну что, Полинка, начинаем готовить? Да. Ты Пеппу с Джорджем угостишь? Да. Полина, мы тоже хотим барбекю. Хорошо. Ты нас угостишь? Угощу. Какой красивый набор. Ребята, вы видели? Какой красивый набор попался Полине. Ну-ка, Полинка, готовь. Это я вам сейчас самое смешное покажу. Я жарю кетчуп. А мне? А мне дашь, Полина? Вроде да. Ну, да. Ну все, я пошел, присяду на диван, на диванчик, подожду чуть-чуть. Ну что там, Полина, у тебя? Как дела? Как успехи? Смотри, чтобы не подгорело. Полина у нас очень любит готовить. Особенно шашлыки. Да, Полин? Да. И жареный хлеб на костре обожаю. Еще? Что еще ты любишь, Полин? Я люблю самое главное сало. Сало? Жареное. Скорее бы есть. Все готово? Да. Можно есть. Спасибо, Полина. Очень вкусный шашлычок получился. Смотри, я пью кетчуп. Да, Полинка, очень вкусно. Пожалуйста, на здоровье. Да. Смотрите, я пью кетчуп. Вкусный кетчуп. Очень. Вот такой вот наборчик. Сейчас покажем. Итак, друзья, сейчас сделаем подробненький обзор журнала. Значит, в этом номере у нас. Это у нас 19 номер. Здесь вот набор для барбекю от Пеппы. Вы уже видели. 78 наклеек. Ну и разные задания и истории. Сейчас посмотрим. Значит так, вот наклеечки. Вот интересный рассказик, который называется «Супермаркет». Мы его потом в принципе почитаем. Наверное, очень интересная история. Дальше. Вот здесь надо заполнить. Это тетрадь. Кому принадлежит, пишите имя, возраст. А в следующем номере у нас лягушки-попрыгушки от Пеппы, две новых истории, 38 наклеечек. Кстати, самое главное,
А еще в этом номере барбекюшница, шашлычок, кукурузка, кетчуп и лопатка, чтобы все это переворачивать. Самое главное, это новогодний мега-выпуск, в котором будет 4 подарка и 100 наклеек. И вот такой вот журнальчик. Ну что, мы пойдем по рынке выполнять задание. Вот это Дудя. Сейчас я выполню Дудя. Да. Какое, Полина? Клей-пазл. Так. Смотрим. Приклей кусочки пазла, чтобы закончить страницу. Значит, сюда нужно наклеить пазл. А пазлы у нас, вот они. Вот эти вот наклейки. Давай, Полинка? Да. Вперед. Ну-ка. Опа. Молодец. Хорошо получается. Дальше. Старается, Полина, старается. Хорошо у нее получается. Осторожно. Открываем пазл. И клеим на картиночку. Ну, еще. И еще. Ну что ж, наша картинка готова, одно задание выполнено. Молодец, Полина. Ну что ж, друзья, вот такой сегодня был у нас журнальчик «Свинка Пеппа». Покупайте, решайте задачки, читайте рассказики, наклеивайте наклейки. Пишите, главное, комментарии, если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока.